Прививочная кампания против COVID-19 в Узбекистане стартовала еще в апреле прошлого года. Ведь пандемия не обошла стороной и нашу республику. А победить в нелегкой борьбе с заболеванием можно лишь объединенными усилиями. Так, нам в страну прибыла очередная партия вакцин из США. Мы сегодня находимся в Ташкентском аэропорту, поскольку в нашу столицу прибыло более 300 тысяч доз вакцины Pfizer. Они выделены правительством США в рамках программы COVAX. Данная партия поступила в дополнение к более чем 5 600 тысячам доз вакцин производства США, которые США доставили в Узбекистан с июля прошлого года. В рамках механизма COVAX в нашу республику также поступило около 2 400 тысяч прививочных доз AstraZeneca, что было частично профинансировано правительством США. Today we're welcoming a shipment of 310,000 doses of the Pfizer COVID-19 vaccine. Сегодня мы встречаем партию из 310 тысяч доз вакцины Pfizer. На протяжении практически 2 лет мы с правительством Узбекистана ведем борьбу с пандемией коронавируса, потому что победить ее можно лишь объединив усилия с партнерами по всему миру. Мы тесно сотрудничаем с международными организациями, особенно с ЮНИСЕФ, которая отвечает за поставки вакцин, осуществляющиеся через механизм COVAX. Мы благодарны им за это. Хотелось бы повторить, что победить пандемию можно только при сотрудничестве с международными организациями и правительствами стран, включая правительство Узбекистана. Мы продолжим эту борьбу с пандемией и надеемся, что в скором времени мы сможем вернуться к нормальной жизни. В Узбекистан поступила очередная партия вакцин производства Pfizer-BioNTech. На сегодняшний день большая часть импортных медикаментов израсходована. Если говорить о конкретных цифрах, то в общей сложности в нашу страну было завезено более 49 миллионов 800 тысяч прививочных доз. Более 40 миллионов из них использованы в процессе вакцинации. На сегодняшний день прививку Pfizer в Узбекистане получили свыше 687 тысяч лиц подросткового возраста. ЮНИСЕФ лидирует в вопросе поставок вакцин в рамках механизма COVAX. До сих пор с начала пандемии с нашей стороны было поставлено около 10 миллионов доз именно в Узбекистан. Вчера буквально ЮНИСЕФ поставил 1 000 000 000 дозу по всему миру. Мы в 144 странах занимаемся этой деятельностью, предоставляем безвозмездные вакцины. На данный момент эта работа продолжается. Я рад сообщить, что в течение первого квартала этого года будет поставка еще 11 миллионов доз в Узбекистан. Это около 4 миллионов доз Pfizer вакцин. Это безвозмездная передача со стороны правительства Соединенных Штатов Америки. И более 7 миллионов доз Moderna вакцин будет поставлено. Это в рамках механизма COVAX. Примечательно, что это вторая поставка вакцины от COVID-19 с начала текущего года. Так, 10 января по программе COVAX в Узбекистан поступили прививочные дозы Moderna.